Всем-всем-всем добрый день. У нас уже время обед. Пошли мы с мужем пообедаем. У нас под домом есть столовая. Никуда мы ничего покупать не хотим. Вчера подумали, решили, что сегодня мы пойдем обедать в столовую. Но когда приехали, мы в ней тоже, в принципе, как бы завтракали, цены приемлемые, ну, жить можно. В общем, пойдем покушаем, посидим немножко, днем еще сходим на пляж. Я уже не пойду, потому что я очень сильно, у меня обострилась аллергия, прямо на ноги вставать не могу. А муж сходит, покупается, позагорает. Вечером хотим какой-нибудь... Привет. Вечером хотим в какой-нибудь ресторанчик посидеть. Ну, а там будет видно. Так, мы подходим к столовой. Последний раз мы кушали, что-то тогда мы на рублей 800 поели. Ну, в принципе, нормально. И там есть и макарошки, и пюрешка. В общем, все как в обычных столовых. Ой, все как в обычных столовых. Даже за это заикаюсь, не могу говорить. Ноги были. Все, заходим. Так, столовая. Декорация. Ложечку потом возьмем, вилочку. Посмотрим, что возьмем. А мне возьми ложку, вилочку мне возьми. Салфеточку, пожалуйста. Нет, окрошку я не хочу, салат не хочу. Я что-нибудь второе возьму себе. Так, это что? Наверное, возьму картошку. А где хоть меню-то? Сколько курочка? Так, бери, Саша, первый. Давайте картошки и курицу. Картошку и курочку. Я тоже, наверное, себе возьму. Может быть, мне котлетку взять. Супчик мы сейчас разогреем. Тоже повторите, пожалуйста, второе. Да, тоже, что и ты. Спасибо. Где здесь было? Нет, мы туда на террасу пойдем. Можно малосольный огурчик? О. Это средненький. Угу. Саш, бери. Так. А ты себе поставишь два вторых? Да. Капот, супик, домашняя лапшичка, огурчик малосольный, хлебушек. Так, девочки, обед нам обошелся в 700. Что тут? 725 рублей мы взяли, получается. Второе 2, картошка, курочка, 2 компота, супчик с домашней лапшичкой. Я еще взяла малосольный огурчик. Стулья очень тяжелые. Сейчас мы попробуем это двинуть. Обедать мы будем вот на такой открытой
террасе. Она пустая, потому что народу немного. Кто-то внутри обедает. Муж, приятного аппетита. Муж пошел себе еще взять морковку по-корейски. Любит он морковку, пусть кушает. Морсик вкусненький, холодненький. Так, вот так, чтобы меня было видно. Будем обедать. Супчик горяченький, наваристый. Приятного аппетита, девоньки, всем, кто обедает. Что-то меня совсем плохо видно. Даже краситься сегодня не стала. Сейчас приду, приму душ и потом накрашусь. Ну-ка. Очень вкусный. Очень вкусный супик. Я когда увидела, сразу же вспомнила как-то домашний суп. Захотелось сразу же домашнего супчика похлебать. Вкусно, девочки. Народ подходит потихонечку. В принципе, я считаю, это недорого. Я сейчас супу покушаю вообще с удовольствием. Вкусно, девочки. Так. Хлебушек стоит здесь 3 рубля. Компот стоит 40 рублей. Курица стоит, получается, у нас 2 штучки вышло на 321 рубль. Дальше. Огурец малосольный 25 рублей. Суп с куриной лапшичкой. Ой, суп с домашней лапшичкой и с курицей стоит 100 рублей. Картофель по-деревенски 95 рублей. Итого 725 рублей вышло. Но суп вообще превосходен. Вкусно. Кушать ничего не будем, но может чайку попьем, чтобы вечером уже идти на голодный желудок, хорошо посидеть, покушать. Муж морковочку взял. Я хочу лучше карточку покажу, огурчик хочу порезать. Пахнет вкусно. Ой, господи. Я, походу, тоже. Чё, походу? Так. Разрез, как разрез, пробуем. Не говорим вкус. Невкусная. Мало соли. Я дома маленько по-другому делаю. Но все делают по-разному, но вкус все, товарищи, нет. Для меня маловато соли. Переставилась немножечко. Хочешь супика похлебать? Вообще вкусный. Я его как увидела, почему сразу же дом вспомнила. Здесь с детками отдыхают, совсем с грудными, с маленькими. Все равно люди на отдых едут, планируют и едут. Меня отсвечивают сзади.
Ставила я камеру, я не могу, вот эти вот штуки мне сзади светят. Да. Лучше тоже полезно. Мама, здесь все. Продолжаем кушать. Харя, ты кирпича просишь? Горяченькая, очень вкусно. Я уже по домашнему супчику вообще соскучилась. Приеду домой. Мама сказала, приедете, она сварит борщ. Я, наверное, его с удовольствием поем. Надо еще кусок хлеба. А? Не, я считаю, 725 рублей это вообще смешно даже. Хорошая столовая. Суп стоит 100 рублей, вот она пиалочка небольшая, но он настолько был густой, сытненький, жирненький, свеженький. Вот я суп, похлебав супу, я вот уже как бы чувствую, что я наелась, но я вторую все равно буду есть. Как бы вообще суп, вообще вкусный, я давно такой суп, кстати, не хлебала. Цена тарелочки такой 100 рубликов. Прямо палатка мужчины, у которого покупали арбузик. Вам я видео уже выкладывала. Погода сегодня здесь, как всегда, отлично. Не хочешь огурчик? Ты морковочку? А? Морковку лучше? Муж любит морковку по-корейски. Кто уже обратил внимание, у нас подписчики просто взорвались. Нас подписываются, подписываются, подписываются. Я очень рада. Вообще рада. Значит, не зря снимаю. Значит, есть что смотреть. Вот в день, когда мы приехали, у нас заезд был с 12 в квартиру. У нас поезд рано, ой, самолет рано пришел, прилетел. Вот мы тут же сидели на этом же самом столе, да, Саша, за этими самыми стульями, стол. Место это же. 2 часа сидели, тоже с мужем кушали здесь. Хорошее место. Вчера шаурму купили, когда приехали из дельфинария. Видео тоже уже вылаживала. Что-то съели, пока туда-сюда фруктов захотелось. Мужу говорю, все же под нами все магазины. Мужу говорю, не хочешь салатик с помидорками, с огурчиками? Он говорит, ну не знаю. Я говорю, сходи купи. Он сходил, купил огурцов, помидор. Мы себе вот такую чашу сделали, салату. И вот он купил, вот реально, 2 вот таких персика, да? Я таких персиков реально еще не ела. Их просто ешь, и вот просто сок бежит. Я ела, у меня вообще все лицо было.
в этом соке. Но это такая вкуснятина. Я таких еще не ела. Очень вкусно. Наелись? Отлегли. Юля ваша с утра, как всегда, сегодня утром встала. Ни свет, ни заря. Курочка жирненькая. Ешь, Юля, наедайся. Да с тобой терпеть, чтоб на замок. Хватит жрать. Зажирела, как поросенок, блядь. Да отпуск на то и есть, да, милый? Ну все, будем обедать. Так, девочки, еще раз говорю, столовая Грация. Советую, кто будет рядом отдыхать, обязательно покушайте. Хорошая столовая и цены вполне приличные. Мы покушали, не покушали, а объелись. Все было очень вкусно, хорошая столовая. Ну все, пойдем мы домой отдыхать. Всех люблю. Всем пока-пока.